Доброе утро! С вами стилист и межмейкер Валентина Казак. И сегодня я расскажу, как сочетать в одном мужском комплекте несколько принтов. Создавая комплект, в котором будут сочетаться несколько рисунков, вы должны помнить о том, что их нужно составлять на основе базовых вещей. В нашем случае такой базой стали брюки темного цвета из плотного хлопка. К ним мы добавили джемпер яркого синего цвета с принтом горох. Обратите внимание, что принт горох должен быть среднего размера. Так у вас не будет диспропорции в фигуре, и он будет работать на вас. Еще одним принтом в нашем образе стала крупная клетка, которая представлена на шерстяном пальто. На пальто у нас присутствует несколько оттенков. Это коричневый, черный и серый. Такие оттенки сочетаются как с синим, так и черным. К нашему получившемуся принтованному комплекту вы можете выбрать как классическую сумку, так и рюкзак квадратной формы.